14 апреля состоялось заседание Общественного координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства при главе района. Встречу провела замруководителя по финансам Ирина Бугруденко. Основным вопросом стало содержание и ремонт фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических конструкций, окон и витрин, вывесок, входных групп и других архитектурных элементов нежилых зданий, строений и сооружений, находящихся в пользовании субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содержание и уборка территорий, прилегающих к объектам. Участники также обсудили празднование в мае и июне текущего года Дня предпринимателя.